Здравствуйте, дорогие друзья! Решил поиграть в один из нас обновленную версию на PlayStation 4. До этого я играл на плойке 3. Мне она очень зашла. Решил вспомнить, поиграть, так сказать, предвкушение к 21 февралю. Как вы знаете, выйдет вторая часть. Поэтому давайте вспомним. Это что такое? Сюжетная кампания, игра «Один из нас». Это у нас, пройдите дополнительный сценарий, действие, которое разворачивается во время событий игры «Один из нас». Сетевая битва за припасы. Ну, давайте с сюжета начнем. Так, ну, стандартный уровень сложности выберем. Сохраняем. Ну чё, пошла возня по трубам. Очень интересная загрузка, конечно. Пора от грибов, с помощью которого заражается. Томми, я... Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага. Да, пока. Эй! Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила... Нравится? Нравится? Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Наркоман. Ага, сейчас, мечтай. Спи, котенок. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло? В чем там дело? Так, ну вот начался игровой процесс. Ну, если честно, я не вижу больших отличий между обычной игрой и обновленной версией для PS4. Вот елки, забыла отдать открытку.
Хотя, может быть, это первое впечатление. И все на одной комнате. Ладно, посмотрим большие локации. Что у нас с телефоном сделать можно? Телефон молчит. Ага. Ну, пойдемте. Папа? Папочка? Бать, ты тут? Что там у нас в газете? Не знаю, я английский. Так бы, может, и прочел. Неплохая ванная комната, кстати. Где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечают вспышки агрессии и... Утечка газа. Надо выводить людей. Эй, вы! Судя по всему, там что-то происходит. Бегите отсюда! Что это было? L3. Так это рядом что-то. О, боже. Папа! Не ори. Вон даже отражение есть. Четко, четко. Папа! Да что происходит? Его телефон. Звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Иду. Че это было? Че колесо трясется? Че закипишь? Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Чё нет, там? А кто мог прийти? Не что? Подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это куперсы. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? Боже. Дженни! Папа! Детка, сюда, скорей. Это же... Ты слышишь, что я тебе говорю? Не жри! Скорей, скорей. Господи. Ты выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть! Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума подходила. Может, уже поедем? Зараза, да. Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара, ты как, солнышко? Хорошо. Ништяк. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. То есть классно, что тут они сделали, что когда крутишься, сам персонаж сказали, крутится. Армия перекрывает шоссе. Вокруг очень Трэвис круто. Нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь.
А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге, теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Не смей тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Плохо дело. Когда всем до одного одно и то же в голову приходит. Можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Ё-моё! Разворачивайся. Господи. Томми! Твою мать! Что за хрень? Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел! Охренеть! Это сворачивай давай! Нет, 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 нет! Ребята, с дороги! Откуда они бегут? Выбирайся отсюда! Пытаюсь! О, нет! В обратную сторону. Не останавливайся, Томми! Я не могу еще, я их задавить! Делай что-нибудь! Кстати, тоже люди! Туда! Вот туда! Держитесь! Давай! Папа? Эй! Пап! Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Ебанутый, сука. Берегись! Они горят. Сара, не смотри! Почему они горят? Смотри только на меня! Да. Он мертв!
пришли. Почти пришли. Иди вперед! Найди выход! Пошли! Джой! Быстрей! Беги к шоссе! Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! Почти пришли. Твоим за мной хуярит, посмотрите. Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Убить. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... Черт. Не надо. Сара. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Я... Господи, Господи, прошу тебя, не убирай, прошу тебя, не бросай меня, дочь, Господи. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦК. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦК. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь цикадам. Зима. Двадцать лет спустя. Одну минуту. Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю.
Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочку уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Погнали. За Робертом. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Да ладно, правда? Мне с утра принесли повестку. Отправляют на общественные работы за кордон. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. Паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Слышь, еще долго? Как только паёк привезут, откроют, ясно? Хм. Что-то мне подсказывает, что мы этих людей встретим в дальнейшей игре. Интересно. Руки за голову, мразь! Быстро! Ну, сканируй! Это чип. Чип. А здесь живой. О, черт. Придержите ее! Быстро! Смотри прямо. Ладно, держим. К черту! Опа. Вы что, чуть меня папа не попали, придурки? Вот что значит прятаться в зараженном здании. Вызывайте санитарную команду. Здесь закончили. Нужны два мешка и еще два для ящика. Да, тут вам не цирк. Похоже, зараженных все больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Серьезные парни. Они их линчевали. Весь отряд. Теперь у нас новые документы. Так что проблем быть не должно. Держи спокойно. Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите! Закрывай! Когда это поменяет, конечно, не сохраняется. Внимание! Пятый контрольно-пропускной пункт закрыт. Всем гражданам.
Лондоном немедленно покинуть его окрестности. Твою мать, вот тебе и легкий путь. Останови уже кровь. Аптечка. Перевязывайте свои раны с помощью аптечки. Перевязка требует времени, поэтому используйте аптечку в безопасном месте. Выберите аптечку с помощью крестика для лечения. Удерживайте R2. Нажмите, чтобы продолжить. Аптечка R2. Так, ну что, теперь все пропускные пункты, друзья, закрыты. Походу мы проходим обучение. Нужно обойти снаружи. Потихоньку нас окружает. Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Эй, Тесс, ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Дверь закрыта. Какой-то интересный замок. Ты куда ускакала? Папу жди. Это мы? Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. Вопрос? А ну-ка, спокойно. О, боже, ну и вонь. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Да будет цвет. Берем снарягу. Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Ну, ковбой, подсади меня. Куда ты собралась? Что-то я не по... треугольник. Готов? Да, мэм. Руку. Ясное дело. Вопрос с подвохом? Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Да уж, знаю. Хотя текстуру, наверное, улучшили. Цвет какой, смотрите, красивый. Неплохо. Нет, улучшения видны. Не такие большие, конечно. Должна быть где-то здесь.
лестница, да? Пойдем искать лестницу. Эй, посмотри вон там. Есть. Супер, тащи. Угу, понятно. Дамы вперед. Дамы. Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда. Теперь вниз. Думаешь, лучше еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Билл придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Стой, споры. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь начеку. А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Здесь должны пролезть. Ой, мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Сюда. Тише. Вот сейчас. Смотри, смотри. Помогите. Маска сломалась. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? Ладно, мужик. С днем рождения. Пошли. Подожди. Как брать-то? Понятно. Это что такое? Все в какой-то хрени. Ужас. Так, ну что, нам куда? Судя по всему, сюда. Так, посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас ничего. Чё ты ходишь за мной? Отойди. Здесь. Так. Так. Отсюда мы пришли. Ну ладно, пойдем сюда. Впереди, слышишь? Как напряжённо, шепотом разговариваю. Так, чтобы Джоэл прислушался, нажмите и выдержите R1. Сколько? Трое. Что будешь делать? Ага, осталось у меня, да? Кто это? Походу зомбаки. Чего он двое там обедает? Кошмар. Ну, сейчас
обойти можно? Или надо убрать? Ты что, тварь? А ты куда? Ну, это все. Надеюсь. Бедолагу поймали. Возвращаемся в город. Так, что у нас здесь? У нас здесь аптечка. Патрончики. Полный обойм, это хорошо. Здесь что есть у нас интересное? Так, а здесь у нас походу нету ничего. Да. Походу нету. А нет. Какая-то записка. Аптечка и записка. Записка брату. Привет, братишка. У нас почти получилось, но увы, сейчас я сижу снаружи и знаю, что уже никогда не попаду в зону. Пока мы ждали контрабандиста, пришел армейский патруль. В панике мы попрятались в заброшенном доме и не заметили, что там были споры. Теперь мы все заражены. У нас остались несколько часов, максимум день. Надеюсь, контрабандист все-таки придет, и я передам тебе эту записку. Надо было послушать тебя и пойти в зону. Пока еще был шанс, теперь уже поздно. Какую зону? Сталкеры, что ли? Понятно. Зараженные пытаются проникнуть в зону. Об этом только и говорят. Просто эти бедняги снаружи хотят жить в безопасности. Ну что, пойдем дальше. Ты что там? Нормально? Кислород. Вот за что я люблю природу. Потому что город воняет. Ну так закажи Билу освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Сюда. Прикрой вход. Ладно. Черт, доска упала. Вот это что ли? Угу. Будь значит, другом, надо спуститься. Сейчас. Ну-ка, передай мне. На. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Ладно. Ну вот. Не, ну ты молодец. И пошли. Раскомандовалась. А я-то как должен залезть?
Уже близко. Так. И как мне тут надо быть? Как поступить? Ага. Вижу. Достань ты. Проверим, нет ли рядом солдат. Чисто. Пошли. Ну что там? Ну, малыш, убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли. И как он посмотрел? 5 минут постоял, что в одну сторону, что ли? Эй, Тесс! Эй, красотка, как делишки? Говорят, есть товарчик. Не сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял? Вот, не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Это что, надо забрать? Извини, собаки наперечет. За час всех раскупили. Приходи через неделю. Через неделю. Ну ладно, приду. Мне же все равно делать нечего. Ронал, купи. Тесс, давно не видишь. Ты к нам не заходишь. Дай пройти. Опа. Надери ему задницу. Лупи. Я на тебя ставил. Попробуй продумать. Давай. Я сберу в табло. Не подставляйся. Помочи его. А куда поперся? Чего разрекся? Замочи его. Малик, сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Кто это? Старый знакомый. Не спрашивай. Там у нас ничего. Куда? Сюда? Там что? Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Так. Ищем Роберта. Странно, это какая-то баба. Так, что у нас здесь? О, люкс двухместный. Серьезно. Началось. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу. Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука, я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь. К черту. Опа. Пригнитесь! Готов? Я прикрою. Да. Займись ими. Друг, котеныш! Вы че? Опа. Ты
Да ты чё, сука, делать-то будешь? Как уметки. Пидерси. Чё там сисюкаться там будет? Стоять. Пригодится. Спасибо. О, аптечку дала. Молодец, ковбой. Ты тоже. Откуда у него столько людей? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Пора с ним разобраться. Черт, тут не пройдем. Ну-ка. Так, а я как? Ага, ручку тянешь. Держи. Так. Ага. Чё эти крыски побежали? Иди сюда. Иду. А, пролезь, предлагаешь? Снова люди Роберта. Да, откуда ты бежишь? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Он предлагает режим стелс. Пошли, пошли. Ну я что делаю? Давай замочим этого чувака. Все, спи, братан. Тут на Джордан Стрит, и вдруг появились солдаты. Вели пятерых гражданских в наручниках. Сейчас угадаю. Цикады? Ага, поставили к стенке и бац-бац-бац. Всех перестреляли. Ни хрена себе. Говорят, во всем городе так. За них круто взялись. У меня там брат. Сбоку! А ты чё? О, вот это он мне всё. Ты чё, чмо? Бестолковая тварь. Аптечку берём. Давай осмотримся. Ключ от склада. Так, ну давай смотрим. Опа. Патрончики. Что еще у нас тут есть? Нет места. Хреново. Сегодня останется. Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо... Угу. Чтобы с ребятами поговорить. Так, ну что, дорогие друзья. Ладно. На этом пока все. Следите за моим каналом. Будем проходить дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго и удачи вам.